Тверском дворце культуры «Металли» состоялось торжественное открытие муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2024». В этот раз за звание победителя будут бороться 8 тверских педагогов. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Зал бурными аплодисментами встречал участников всероссийского конкурса «Учитель года России-2024». Ученики и коллеги демонстрировали плакаты и шары в знак поддержки. Именно так началось торжественное открытие муниципального этапа профессионального конкурса. Событие традиционное, но всегда торжественное и волнующее. Дорогие друзья, уникально представлено наше педагогическое сообщество. За каждым из них стоит образовательное учреждение. За каждым из них стоит команда. Стоит профессиональный коллектив. Стоят родители и стоят ученики. Школьные коллективы подготовили яркие выступления для участников и гостей мероприятия, в том числе и с патриотической тематикой. Педагогический конкурс «Учитель года» – это не просто состязание. Впереди всех участников ждет интереснейший, полезный и сложный путь, благодаря которому тверские педагоги смогут стать еще профессиональнее и увереннее в себе. В этот раз за звание победителя будут бороться 8 тверских преподавателей. Я участвую в конкурсе уже третий раз. Для меня это новое открытие, новые победы для самой себя. Я получаю много позитивных эмоций, впечатлений, новые знакомства. Я очень рада, что я опять на этом конкурсе. Конкурс профессионального мастерства среди педагогов проводится в Твери 33-й раз. Впереди участников конкурса ждут 3 очных тура испытаний – учитель-профессионал, учитель-мастер и учитель-лидер. Имя победителя станет известно 1 марта, когда состоится торжественное закрытие муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2024». Победитель и 3 призера будут представлять город Тверь на региональном этапе конкурса.